Как выяснилось, немногие знают о том, что в автомобиле есть секретный девайс. Если вы заглянете за руль слева, то вы найдете там волшебную палочку, которая активирует желтый мигающий огонек на ваших фонарях. Если повернуть его против часовой стрелки, то загорится с левой стороны. А если по часовой, то с правой стороны. Он горит и дает знать другим водителям, в каком направлении вы, мать вашу, собираетесь ехать. Это понятно? Это, конечно же, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Отправьте это видео тем водителям, кто никогда не включает поворотники. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, кому понравилось данное видео.